В семье проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Его главная цель – взыскание штрафов с лиц, уклоняющихся от их уплаты. В мероприятии приняли участие сотрудники городского управления полиции, частные судебные исполнители, а также специалисты управления государственных доходов. Главная цель акции – повышение эффективности исполнения постановлений о наложении административных штрафов. В ходе рейда специалисты городского управления доходов совместно с сотрудниками управления полиции и частными судебными исполнителями проводят работу с налогоплательщиками, имеющими задолженность. Кстати, большинство долгов касаются уплаты налогов на транспортные средства. Сейчас часто встречаются случаи, когда владелец машины продает ее по доверенности. При этом новый владелец не спешит оформить транспортное средство на свое имя. Таким образом, машина остается оформлена на старого хозяина. В этих случаях налогоплательщики не освобождаются от обязанности уплаты положенных налогов. В рамках мероприятия специалисты разъясняют, что должникам необходимо обратиться в управление и оплатить налоги. В случае их неуплаты транспортные средства будут помещены на штрафную стоянку. Как отмечают судебные исполнители, по всем налогоплательщикам, занесенным в базу данных, есть официальное решение суда. Долги встречаются налоговые. Перед налоговым управлением людей сейчас вот задержаны 3 машины по налогам. По линии ГАИ, которые не заплатили штрафы, уклоняются от уплаты штрафов, имеется постановление суда о принудительном их взыскании. Также неплательщики алимента здесь мы тоже выявляем, у нас по базе, к ним принимаем соответствующие меры. Оперативно-профилактическое мероприятие будет проводиться ежедневно. Кроме того, аналогичные рейды пройдут и в пригородных сельских округах. В ходе мероприятия были отработаны более 2000 адресов. Более чем 1200 должников получили уведомления на общую сумму 6 миллионов тенге. Из них порядка 3,5 миллионов тенге уже оплачено. Также частным судебным исполнителям направлено 80 постановлений. Самат Ситенов, Аслан Ертисбаев, Ернур Калелов, телеканал «Семей».